Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить DayZ. Здорово всем. Всем привет. Не совсем проходить, скорее играть. Короче говоря, мы решили на этой неделе найти вертолет. Что он там сказал? Пройти игру. Так, мне нужно звук убавить. Решили найти вертолет. Cannot fire. Так сказать, вот фактор. Полетать. Короче. Ну, это факторка, не наш метод. А в принципе, мы знаем, где вертолет находится. У нас есть техника. Нам нужно найти запчастей, потому что вертолеты сейчас все убитые стоят. А того, что там повезет, и нам сразу выдадут вертолет, такого не бывает. Давайте-ка направьте меня на поляну какой-нибудь дорогой. Джек Шепард, у тебя же GPS? На какую поляну? Там, где факторка. Там, где наша факторка? Да, там, где наша. А, она уже наша, да? Угу. То есть, если мы там кого-то видим, сразу без разговоров валим. Конечно, вот это же наше место. Короче, едь по прямой. Хорошо. А что, дождь идет, что ли? Вот да, дождь идет. Березом, да, я так понимаю. Как я уже замечал при первой попытке, мы, как обычно, с первого раза все это записываем, у нас, как обычно, технические сложности. Идет дождь. Два белых господина едут в кабине. Там кушают, прохлаждаются, газеты читают. Да. А я здесь как негр на заднем плане под дождем в кузове. Так, мы заехали. Справа стоят две лодочка лодки. Стоит, да. Даже еще одна. Ну все, мы знаем, где у нас здесь лодки. Куда, мне на поле поворачивать? Нет, ты пока едь по дороге. Лодки, именно лодки, да? Скороходы? Нет. Так, это яхты. А, ну стремные, да. Медленные. Вот моя любимая роща. Я там люблю. Будь ты здоров. Будь здоров. Да, спасибо. Давай налево сейчас на дорогу поворачивай. Как там америкосы говорят? God bless you. Нет, по-моему, не так. Так. А, кстати говоря, вот это вот что на кабине сверху за... над Джеком Шепардом? За люк такой? Это в смысле, чтобы я на вырост? Да, это для пулеметного гнезда. Нет, по-моему, это когда он просто подрастет. Кстати, а я у вас еду, я не лагаю? Или лагаю? О, у меня артефакты на заднем плане. Я не знаю, мы едем. А не смотрите на Березина, не надо. Там постоянно что-то респаунится с битой текстурой. Или мы через Березина сейчас будем ехать. Да-да-да. О, это печально, ты знаешь, как сейчас будет лагать. Ну, а что делать? Нет, я имею в виду, я не буду видеть, куда я еду, потому что тут видеоартефакт. Я тебе скажу. Но пока что нет, я видел не с Березина, а видел с побережья. Там у меня были такие. Волос лагает, Артур. Быренька, альтап. О, и спереди то же самое. О, пошло. Сейчас получше станет. Офигенный серф. Это не от сервера зависит. Это от битой модели. Артур, через один человек. Налево. Я сейчас вообще выезжаю из этого города и уезжаю в другую сторону. Вообще-то надо было... Мы убьем машины здесь. Ну ты мог налево сейчас проехать. Вот здесь? Нет, здесь не надо, здесь нет, не проедем. Нет. Проеду. Нет, там. Я не вижу, чуть... у меня все влага. Прям пока едешь, я вижу сейчас это. Да, вот здесь давай попробуй втиснись. Короче, у нас экстримы вляпались, очередная аномалия называется. Плохие текстуры. Капец, это Дейзи, это арма, сынок. Так, сейчас. Короче, я просто. Сейчас налево поворачиваешь. Да-да-да, налево. Ну что, ты его поведешь туда? Я не знаю, я дальше дорогу не помню. Вот сейчас нам налево или прямо? Нам еще и налево надо. Еще налево? Да ладно. Да-да-да. Так, короче, я в карту полез. И по этой дороге пилить. Давай налево. Да, и налево все, едешь. И приедешь. Да, прямо так? Ну ладно. Ой, столб. Ой, нормально, ладно. Окей. Разминулись. Это та дорога, про которую я думаю. Набрать. Да-да-да. Так, что тут на скрэп-ярде? Там, кстати говоря, может движок быть или еще что? Нам еще... оно нужно. Уверен. Диверталит. По старой доброй теме у тебя... А, у тебя Лианфилд. Блин. Я напоминаю сейчас... и всем зрителям, чтобы потом они могли искать в комментариях, а вот Артур не увидел скрэп-металл, который был вам нужен. Нам нужно 4 скрэп-металла. М-рот для вертолета. Он же побежал на 5-й минуте, 3-й секунде, справа, внизу пиксель, маленький, черненький, я мой видел. Мой любимый скрэп-металл. Да. Все, отписываюсь. Взял. Как же, ребят, напомните. А, еще нужна куча канистр. Дизлайкте в репу, Артур. Дизлайкте в репу. Так, ну что? Вот, я хотел что сказать насчет нового патча, что теперь урезали дамаг его оружия почти у всего.
И теперь Ленфилд не убьет. Ой, у меня мы полетели в лес. Покатились, да. Да у меня прям полетели, как... Ленфилд с одного выстрела 6500 крови. Убивает с двух выстрелов, поэтому... Ну, это, надо сказать, отстойно. Порезали, и, по-моему, винчестер. Снайперки вроде не тронули. Не знаю, мне это нововведение не сильно нравится, надо отметить. Одну треть, короче, где-то. Не помню. Ой, ну, мы едем. В лес едем. Еще в одно дерево. И еще по камням тоже докрут. Ну, когда уже отлагает. Физики. Ой, это же Орловец, ребята. Мы приехали в Орловец. Не знаю, куда вы там приехали, но я тут на камнях стою. Правильно, от Орловца сейчас по дороге. Да, и будет повторка. Ну, мы стоим на месте у нас, в лесу. Ага. Причем такое место, куда ты на самом деле... А, все, поехали. Все, мы поехали. Вот тогда, помните, был сервер, когда мы все ехали и ни у кого не лагало. Все в реальном времени видели. Это было круто. Эх. Я зашкрил тот сервер, и он у меня в рамочке на стене висит теперь. Бывает. Я слишком сентиментален иногда. Ой, один FPS. Да нормально все. Да что ж такое с этим сервером? Постоянно у всех какие-то бока вылезают. Не, у меня тогда моя вина была, там Steam. Я не заметил. Чё-то под машину кидаются, они что, больные? А, ну да, точно, они же инфицированы. Больные, да. Чуть не забыл. Да не чить. Это жесть. Так, Джек Шепард, мы точно на том повороте свернули? Да-да-да, вон уже. По нам стреляют. Справа, Сэм. Справа. Да, я видел его. Мы проедем? Остановимся, убьем его, нет? А есть чего бить? С пулемета. Да ладно, поехали. Просто продолжает бить по нам. Да продолжает, но он дурак, он нифига у него не получится. Наверх поедешь, мы поднимемся с Артуром на горку. Открывайте ворота быстро, кто-нибудь. Так. Еще ворота открывайте. Я выбежал. Но я хочу загнать машину, я чтобы он ее не бил. А, блин, лаги. Ну, ворота, мать ваша. Открыл. Еще. И еще, блин, не получается. Все, давай, заезжай, камон. Артур, следи за ним. Слежу. Да что такое-то, а? Так, что не так? Тачку заглушил. Идите на факторку, садитесь и смотрите с высоты на него. Да? Я останусь на воротах, потому что у меня не с чего его бить просто банально. Кроме Джек Шепард, ты где? Я за тобой бегу, Артур. Ага, я за тобой. Я никак не потеряюсь. У него была М-ка с глушителем. Да. Но он из него так врачок, садил, что... По трем чувакам садил как... Откуда он видел, что его настрою? Безумец натуральный. Натуральный безумец жестко садил. Что, он слепой, что ли? Я по лестнике поднимаюсь. Да-да-да, молодцы. И потом еще, главное, бежал за нами. Типа, стой, моя машина! Но тачка-то он не заслужил в любом случае. Что, видите кого-нибудь? Вон как... он бегает. Где? Это я там. А, бегаю. Это ты. К нему, в его сторону побежал я. Да-да-да. Это ты по лесу бежишь. А, ну да. Гонзагло! My friend. Вон в лесу, он к тебе бежит в сторону. Понял. Никлас какой-то. Он за деревом сел. Впереди две елки, которые? Начинаю шарашить по нему. Сволота. А, вижу. Вон он. Шарашу. Иду на штурм его. Так, первую обойму выстрелил. Но я думаю, что я заделал, по крайней мере, по нас. Он пытается убегать, я бегу. Около лесополосы, я не вижу. Он прямо в лесу, там горка и лес. Он уже в лесу, он на горку поднялся. Вон он. Он тоже бьет. Это я бью. Артур. Пусть посыпь маленько. Я не вижу. Все, он за горку, по-моему, забежал. Я думаю, мы ему желание отбили надолго этим заниматься. Что значит отбили? Он получит сполна. Ты решил все-таки добить его? Ты его убьешь без базара. Но у меня только пистолет, нет, это вот что печально. Чтобы нам потом не писали, что мы жестокие, и типа, вы первыми огонь открыли. На нас напали. К сожалению, я не видел. Осторожно, Джек Шепард, тут уже зомби бегает, я сейчас... Я убил одного. Так, ну что ж, у него... Так, я наверх. Да, мы зомби отстреливаем. Да, давай. Пока они поднимаются, я посмотрю, что здесь есть. Не зря ли мы пришли вообще сюда. Давай, да, ты смотри, а я пока буду их ждать. Хотя, по-моему, на крыше никогда ничего нет. Мне бы не помешала лишняя пара глаз на эту гору, если что. Да, я смотрю на гору, но я не вижу его там.
Он забежал за горку и где-то там замок. Ну я по нему должен был по-любому попасть. У него как минимум кровотечение. Не так, знаю, я просто для... для морали. Для моральной поддержки стрелял, я его не видел, как обычно. Ну нет, ты стрелял туда, куда, где он был. Ну я понял, прям. Я на тебя посмотрел просто по направлению и туда шарашил куда-то. Поэтому все. По-моему, ему понравилось. Я, конечно, хочу его крови. Что ему понравилось? Потому что я-то в кузове сидел, если бы он кого и убил, то скотина меня. Да. Непорядок. А, что там у тебя шустрил? Что-нибудь видно вообще, нет? Бегаю тут, ищу его, нет его пока. Как раз тебе оружие будет, если что. Да. Я один слышу мух здесь. Тихон, слышу. Я ничего не слышу, да, достаточно ты, сильно убавил звук. Припасы какие-то, какого черта? Что там по мейн-ротору? Вы бы лучше осматривали сейчас по сторонам. Я осматриваю, слежу пасу. А я ползу внутри. Ну, в одиночку, конечно, тяжело, если нет. С другой стороны пойдут. Я. Но если бы я был им, я бы пошел сейчас с фланга справа обходить, вот там, где я к нему заходил, только под горочками, аккуратно, аккуратно. Угу. Ну, нежданчик такой ему. Идет по дороге тут. Зондер команды едет. Че ж он садить-то начал? Зондер команда. Думал, кто-то один едет. Надо было вообще выйти и дать ему в щи прямо тогда. Читай. Ну, одного бы он засадил, и это был бы я, потому что... А у меня медицина есть сейчас. Со стороны к нему как раз. Да, по-моему, нормально все сделали. Не рисковали. Просто видно же было, что он вообще ни хрена не попадает. Ну вот если я сейчас здесь... не рискую, то я не я и кучка не моя. Сейчас рискуешь, да? Ну сейчас ты сам это уже выбрал. Нам, по идее, это не обязательно. Как не обязательно? Если мы будем просто тупо лутать, то он может прийти и убить всех. Знаешь? Так постоянно один же присматривает. Так. Единственное, пока что я тут нашел, это одна канистра. Вторая канистра. Не, когда я смотрел в сторону леса, какой-то ник странный появлялся. Я сейчас прошариваю все это с помощью прицела. Но вообще, Джек Шепард, давай-ка я посмотрю то, что в ту сторону. Я сейчас уже осмотрю все и буду осматривать. Я хочу обрадовать, здесь ни хрена вообще нет. Совершенно. Пустая фонторка, что ли? Да. Две канистры всего лишь я нашел. Ужасно. Это печально. Возможно, паренек все собрал. Зомби. Это мой выстрел. Кого же я там видел? Кто у меня засветился? Ну я вот уже из леса вышел, черт знает когда, и ты меня не видишь, и ты смотришь не в ту сторону совсем, Блэк. Я вот просто просматриваю. Я сейчас прошел так же, как мог бы пройти он. Да, я вижу тебя, шестрел. Ты прям на нас смотришь. Я досматриваю это место. Я думал, он где-то бы, да, оттуда попытался зайти. Да какого хрена-то? Он где-то там собака сидит. Смотри, рейды надо набрать в этот закинь. Там я пробежался знатно, там никого не было. Я ник там видел только что. Где именно, скажи? Ну, по дороге дальше, в ту сторону, где он нас начал стрелять, прямо в той стороне. Прямо вот так? А твое место, ну, что мне его просматривает? Там ты считай, что мне туда смотреть? Ну, я смотрю просто на вас. Ну, ты же на нас смотришь. Так, ладно, короче, давайте уходим, наверное, отсюда. Покажу в машине, если чё. Закину в ней, я сейчас всего чего набрал, и пойду еще чё смотреть. Чё набрал-то? Два гаража. Да говорю, две канистры, да этот. Еды, воды, и все. Дымовок взял. Так был бы хоть Энфилд какой-нибудь, он у меня есть, но патронов к нему нет. Так, канистрка. У нас 8 канистр есть пока что, это хорошо. Так, фляжку закину, мало ли кто-то заспить захочет. Так, Артур, смотри вот с той стороны, где мы обычно приходим сюда. Угу. Может быть, я не там. Страна озера? Ну, по-моему, он все-таки один был. Один. Но он очень какой-то глупый был. Глюпый русский. Не, ну как глупый? Сейчас же он не идет. Ну, в общем, он убежал, когда он увидел, что три мужика вышли оттуда и пошли его килять. Один пошел, один маньяк с топором, другой с пулеметом с горки по нему садил, и третий с эмкой. Никто не попал, поэтому.
Я как минимум должен был его задеть. Я прям по его нику гасил. 30 патронов высадил, хотя бы одна пуля должна была задеть. Сейчас самое главное его не этот. Не пропустить. О, морфинчик, ребят, морфинчик. Морфинчик — это хорошо. Морфинчик — это хорошо. Ну все, на этой факторке было две сраных канистры. Уезжаем, типа? Не знаю. Так, ну сейчас к Солнечным, что ли, обратно ехать? Где нам еще можно набрать этого всего? Так, я последний хозяйский взгляд скину с горы сейчас. Да, ты там до сих пор бегаешь. Снизу кто тебе шарится? Где? Снизу. Я к машине иду, к машине иду. Ну, я внизу факторки, да. Два ползуна каких-то еще там. Да, ползуны ходят. Сейчас я их убью. Раньше я видел шестрел, говорил, кто это? Теперь шестрел видит меня. А зомби так, я выхожу с центрального входа. Давай. А сортиры проверил? Какие? Там сортиры в настройке, первый этаж. Я спускаюсь. А, да-да-да, я там первую канистру как раз и нашел. Угу. Все, анальная терапия зомби из трех пуль из G17 прошла. Отлично. Так, это Джек Шепард бежит, вон там шестрелы сверху. Ну, в целом нормально. Гаражи пошли. Проверили? Да, я говорю, там ни черта вообще нет. Я морфин закинул этот. Я не хочу никого расстраивать, но единственное, что нам остается, это Черногорск. Садитесь, что расстраивать? Блин, а что, больше ничего, что ли, нет никакой факторки? Нормальные нет, садитесь. Все сидят, поехали. Не-не-не, не все, ты куда, я еще не сел. Я М-ку брал в руки, если что. Ну, ты исчезал, кстати. А я бы вот на месте того типа сейчас, кстати, никуда бы не убегал, а ждал бы. Если бы ребята поехали на факторку на грузовичке, значит, они точно поедут назад. Да. Или по другой дороге, в другую сторону, я бы только на вдаль бы посмотрел. О, как я запутал, запущено. Ага. 190 метров, новый мировой рекорд. По метанию зомбятинки выигрывает шестрила. Уху-си! Это великий день для всей страны. Это. Петросян. Он сейчас где-то тут может быть? Есть же, чего. Он здесь будет. Почему нет-то? Потому что я был на нем сегодня. Короче, Артур, давай, ты GPS. Не верите, но он нам не поломал вообще ничего. Господин, да потому что он косой. Не, Джек, ты GPS, у тебя же GPS. Я GPS, я тебе... Блин, ты по карте просто можешь ориентироваться. Да по карте я не так хорошо ориентируюсь, там не отображается наша точка. А, ну да когда не отображается, да. Ну тебе попроще про себя раз. Давайте перед зверьком, убьем его и мясо наберем. У меня 200, и у меня мясо лишь с собой. Ну блин, в машину закинем, чтобы запас было с собой. Тормознуло. Да, он прям едет прям на нее. Ну, то он ее задавил? Да-да-да, она покатилась вперед. Разделывайте, давайте. Разделывайте, встал прям на нее. А нет. Так, давай. Где тут тебя порезать-то можно? Что у меня нет такой опции. Появилось. Так, блин. У нас лаги опять, Артур бегает. У меня нет лагов, я и просто... у меня нет лагов. Все нормально, стараюсь занять позицию. Что сделай? Здесь позицию хрен займешь где. Пока что сделай? Костерок. Так я не в лесу. Я ладно, за машину поедем. Я пошел загоню в лес. Тачку. Давай вот здесь вот в лесу как раз вперед. А, ты что? Вы что там убейте, друг? Господи, я говорю, пойду машину, блядь, загоню. Еду по прямой, никуда не поворачиваю. Чувак, резко направо, значит, вперед. Смотри назад, я бегу вперед, думаю, ты едешь, смотришь, как бы я тебя веду. По-моему, залез, кстати, не считается. Не получится срубить. Руби. Режь, руби, кромсай. Так, топор. Harvest Wood. Я как-то на скиле, знаешь, последнюю секунду, ну, стоп, нажал этот. Угу. Потом видишь. Да. Если не нас убит, так мы друг друга прикончим. Ну, вот, в принципе, да.
возможно, сценарий после вот пятничной серии, типа, что мы можем сделать, раз мы не можем на лодке выбраться с острова, типа, а давайте вы разбежитесь в разные стороны острова, побежите потом друг к другу, будете друг друга искать и убивать, а последний, кто останется в живых, самоубьется, там, прыгнет с маяка. На таком наклоне навряд ли у нас что получится. А давай. Не, смотри, пофигу. Да, ты не помнишь? Так, я создал. Ты поджег. А, меня-то не жги. Температура пропала, кстати, нет? Да-да-да. Она что? Есть, но теперь мы не видим точно сколько. Ну понятно. Все места пожарил, а костер пусть горит. В смысле, все, можем ехать? Да. Не, я закину сначала. Значит, Черногорск, да? Ну, в Черногорск на машине, я думаю, все же ехать не стоит. Надо будет ее оставить где-нибудь, да пойти. Ну, да. Это кто прибежал? Ты что, стрелял? Да. Я думаю, чё, кто такой бежит? По лицу только узнал. Я сижу. Так, я обратно в кузов. Где-то. Мы где-то, где-то. Костер не будем тушить? Нет, так, нет. Пускай лет. Но мы мало не сможем разжечь. Еще побежит, и такой костер, они такие, о, круто. Джек Шепард. Гринпис с тобой недоволен, во-первых. Во-вторых, мы нового не сможем разжечь. Если что. Спички, если что. Ну ладно. Пересеченка такая. Это что, там мастерство или что? Домики какие-то вроде. Домики, по-моему, рощи. Мы сейчас солнечные выезжаем, если что. Я этой дорогой ездил 150 тысяч раз. Главное сейчас не перевернуться. Счет цифры. Ну там моя любимая. На дорогу на главное выйдешь, а дальше ты знаешь. Ну, у солнечного ты все-таки не хочешь факторку проверить. Не, он просто в отказ идет, я не знаю, у него плохие воспоминания, может он там этот. Не знаю, я думал, было бы круто, все равно рядом. Я там был, там только бензин. А, ты же сегодня на этом свете был. Все, my bad. Ну ты все-таки сюда поехал, да? Один выследился, пошел. И все сидят. Нет, один нет, залез обратно. Один залез обратно. Ну ладно. Ладно, я тогда буду сидеть в машине. Как у нас все слажено. Садись быстрее. Садись быстрее. Садись быстрее. Сел. Let's go. Пока что ты был хорошим напарником и другом. Пока-пока. Мы тебя не забудем. Пиши, если что. Так, ну вроде тихо, спокойно так-то. А может быть мне надо было до амбара сгонять? Нет, не надо было. Так, нам скрэп метал нужен, да? Теперь ты пошел. А мы впилились во что-то и... Я пошел налево, я так понимаю, да? Да. Окей. Всех развез. Так, еще скрэп метал. Сколько нам скрэп метал нужен? Я канистру нашел. 4 штуки. А, две есть. Так, я шумлю. У меня выбора нет. Пусто. Канистра. Там блин, рядом трехэтажная еще, Джек. Да-да-да. Ну, мне кажется, это шутка игры, как всегда. Ничего нет, типа? А патроны для АК кому нужны? У нас нет АК. Блин, сколько места занимает одна канистра? Три. Потом опять Артур напишет: ты играешь в эту игру 2 месяца. Как ты не знал, что моя любимая канистра занимает 3 слота? Нам нужно стекло? Нет. Короче, у меня все, рюкзак полон, я так понимаю. А, ну их же можно сложить в рюкзак еще. Короче, у меня 2 скрап-металла и канистры есть. Да ну тебя к черту, что за пошлые вопросы, зомби? Че у тебя там опять? Да, пристал ко мне. Эджи 17. Нравишься? Говорит, добавь друзья. Кто-то забегает ко мне, да? Да. Я тебе могу обрадовать. Скраб металл лежит, как ты его не заметил? Не было, по-моему. Да есть. Ладно, вот не зря ты зашел. Видишь. Еще скраб металл. Так, ну у нас достаточно, у меня 2 скраб металла, у вас 2 скраб металла. Флайера, господи Иисус. Я и думаю, что там флайера видел. Нет, так я один уже скраб металл взял. Не, ну я все-таки флайер, видимо, увидел, а скрэп метал пропустил. О, ветерок падал, какая красота.
Мне бывало такое в последнее время с новым патчем, когда я бегал, потому что вещи, вот я забегал куда-то, и прям при мне появлялись вещи. Коробка с инструментами, стекло наверху, и больше нет. Потому инструменты сейчас... же сейчас для починки не нужны? Для вертолета нужны. Понятно, у меня есть пригодится. Но я все-таки думаю, возьму стекло, блин, закину, пусть лежит. Мало ли разобьем. У нас нет стекла, больше ничего переднего. Нет, вроде был, нет. Так, вы что, где, в трехэтажном этом? Ну, да, рядом, там машина припаркована. Ой, зомби. Че, поедем? Сейчас, Артур, подожди. Артур тут уже все горы прошмонал, походу. Выстрел. Мой. Так, если курс стоим, все ноги не сломаю. Еще один. Все, беру М-ку. Выхожу. Ты там же стоишь, да? Я сейчас бегу к машине. Я вижу Артура. Ну, ходите на железку, и там машина сразу будет. Вижу около машины. Я бегу, садитесь пока, рядом. Так, да тут пока... еще панкиперс, да, я да. возьму. О, я, это ты, блин, я думаю, зомби бежит уже. Что еще не сели, ребят, давайте быстрее. Да все нормально, не беспокойся. Ты сегодня какой-то напряженный у нас. Не, просто я... Без просто рук. Горло сорвало, да-да-да. Я внутри. Маньячил кто-то сегодня много. Ну, неплохо так набрали, это все надо будет машину сгрузить, только сначала надо бы стопорнуть где-нибудь. Чубана консервы. Зомбятина бежит, зомбезик. Ох, блин, не ездил бы ты по этим вот рельсам, потому что у меня сколько раз машина кувыркалась на нем. Просто не, знаю, не в тему, едешь, наоборот, едешь и... Пугали. Два раза был. Рельсы, ну, я как-то. Двигло бы неплохо было, сейчас уже. Нафиг стоит дальше. Вот что за люди, да, с этой... хер знает где, и на повторке. Эти вырезать надо. Ну, блин, просто сам подумай, а вот стоит трафик, просто два колеса прикрути и езжай. Четыре. А он там с эмкой, с глушителем бегает, что-то делает. Ну, может, он, я не знаю, там, с зуба бежит откуда-нибудь. Зачем? Сегодня у нас такие шестрил такое все. Джек Шепард там. Да дурачок он, дурачок. Убьем его, дурачок. Потом вас приезжаем в Черном. Три валяются. Здесь в ангаре может что-то быть интересно. Джек Шепард, иди. Да я бы. Ладно, я тоже пошел. У меня просто рюкзак полон, у меня, я не уверен, что на что-то места хватит. Ну, я по крайней мере проверю. А ты в машину скинь, вот тут колесо есть. Не, колесо не бери, не надо. Я просто скину, но в таком палевном месте. У нас есть, у нас нам не хватит места на все для вертолета, если ты будешь класть всякие колеса. Всякие колеса. Уральцы 100 слотов. Ну, точнее, в этом. Да тут ни хрена нету. Ну, поехали туда. Почему я не кроме не магазинов делится? Для меня, как всегда. О, колесо опять появилось. Вот гир наконец-то появился. Подождите, не уезжайте, я пока вот выгружаю прям так, опа, этот бензобак нам нужен? Нет. Бензобак. Не знаю, шестрел сказал нет, значит нет, и мы уходим. Колеса тоже не берем. Ладно. Прострелят одно, будем пешком бежать. У нас есть колесо запасное, если ты об этом. Но у нас их вообще-то 6. Вообще колес. Ты сказал, прострелят одно колесо. Ну, но так их всего 6, могут еще прострелить. Ну, вот если прострелят два колеса, тогда раз вам стрелять. Я желаю вам счастливого. Супер, да, я остался на месте сидеть, а ты уехал. Молодец. Я закинуть еще должен был всяких вам. Я стреляю по колесам, которые одно. Да хорошо ее. Ну так фига ли, блин, куда вот он едет? Ну ты посмотри, да. Сейчас дальше вдвоем будете играть. А тут зомби справа, давайте быстрее. А он, смотри, он секретный какой-то, он даже... Ты посмотри на него. Смотри на этого зомби. Да он просто отдыхает, что тебе надо. Ну быстрее. Все внутри поехали. Он просто подождал, пока я закину все, что нужно, и потом начал нападать. Угу, отлично. Сфига ли у нас нет стекла? Вот же стекло. Ты там в гели, что ли, лазишь? Это оптическая иллюзия. Ну да. Лобовое было. Сколько же это было?
будет жестко сейчас. Из дерева. Что там по времени? По времени 30 минут ровно. Ну сейчас как раз до черно дотопим. Блин, я так не заметил, у меня аж 214 зомби убит. Я на черном... Да, это офигеть. На черном, на факторке я ни разу не был, кстати говоря. Да что там это было, ты просто не помнишь. Стройка там такая же. Ну, стройка, в принципе, точно такая же. Артур робот. Тогда Артур, ты снова киборг. Убийца. Ну, что ж поделаешь. Жизнь вообще полна разочарований. Перезайдешь в скайп, например. Ну, для этого мне нужно будет свернуться и записи выключить. Не хочу. Да, выключи запись, свернись и перезайди. Успеется. Мужик, которому не стоит доверять. Мы его проехали. Смотри, да. Оцените, куст прям. Куст. Ага, в дороге. Слушай, я вообще-то не помню такого. Может, это маскировка чья-то? Камуфляжного ввели. Я тебя не понимаю. Я тоже. Ты говоришь на инопланетянском. Ну ладно, ладно. Гримекс, да. Шикарно. Ну ладно. Остров. Да, обожаемый наш остров. А я вертолет вижу, вы видите? Да что-то не особо. А я вижу. Тебе просто в око... Я-то смотрю на тебя, когда пытаюсь посмотреть. Это, нет, третьего лица, собственно. Не знаю, вот что хорошо в низких настройках графика, то что вам все видно, блин, надо тоже на низкий перейти. У меня все в густой листве скрывается. А то в этом же вся соль. Люди хотят смотреть в супер разрешение, если у тебя есть возможность снимать. А, дави ее, дави! Не хочу, слишком мало джина. Заметь, как они все хотят кинуться мне под колеса. И корова сзади тоже газует на дорогу, кстати, если вы посмотрите. Блин, это, мне кажется, новый подвид. Звериный заголовок. Звери-самоубийцы появились теперь. Suiciders animals. Да. Скоро, кстати, пожрать надо будет. Дерево, на. Еще в одно. Все, мы поехали. Замечательно, поехали, да. Давай, шестрю, я за тебя. Оо. И чё? Ну, для нас дорогу выложили, смотрите. Да-да-да, давай по лесам. Опять по лесам. Паровозик, который смог. Кто-то! Так, что-то мне это не нравится. Живо так шатает. Ну, сейчас полетим наверх, я уже жду. Ну, я уже ушел оттуда, с рельсов ничего. А там классно подлетает. Кстати говоря, на серию было бы круто. Подлетаешь на километр. Потом, пока упадешь, уже успеешь. Порадоваться. И да, за атмосферу. Невесомость. Ага. Крутимся вокруг. Это было Камышов? Да. А в электро... А не, в электро ничего не интересно. Хотя я бы, можно встретить. Я бы с удовольствием тормознул где-нибудь около церквушки. И сбег... Ага, нет, это будет слишком жестко. Что ты хочешь-то? Ты хотел, чтобы один побежал в одну пожарную? Не, я один хочу сбегать. У меня просто оружия нет никакого. Я же мирный Гонзаг. Гонзагло. Не знаю, у меня лежал бизон. Все сказали, выкидывай. Молодцы, да? Тебе хотя бы бизон сейчас. Ну, по-моему, Ленфилд, кстати говоря, неплохая сегодня пушка. Так у меня ее не лежит. У тебя нет? А куда она у тебя делась? Я когда мы преследовали пацана, специально выкинул ее, потому что она торчала и палила меня. А патронов в ней все равно нет. Как? А, патронов не было? Да, так чё она палила, как антенна. Тогда-то ладно. В доках, кстати, в электро есть много всякой советской фигни. Кто не хочет сбегать? Какой фигни? Я не... Советской. Зачем она нам? Ну, гранитный камушек в груди. Все, что там может быть, по-моему, у нас есть. Автобус, господи Иисусе. Ладно. Мужик лежит. О боже мой, я устаю. Этот автобус. Он жив, я мог его убить. Он так и стоит, да? Точно так же. Кто-то пользуется твоей методой шестрел. Охренеть. На заднем сиденье. А, в пожарке кто-то есть. Да-да-да. По сигналям. Вы давайте как-нибудь побыстрее, я тут снаружи сейчас сижу. Сейчас РПГ-7 такая. Задние колеса. Не очень комфортно себя чувствую. Как нормально. Вон,
ну ребята, только под колесами надо кидаться. Бум-бум в дом, да-да-да. Отлично. Ну-ка, два гаража. Шустрел такой, achievement unlocked, да? Пошел, господин Блэк. Пошел, пошел. Ладно. У нас два Блэка, господа. А, скрап-метал, ребята. Бери. У нас его четыре штуки, зачем нам еще? У нас четыре штуки скрап-метала? Да. Да ты издеваешься, сейчас проверим. Зомби и Артур сидят вместе. Магазин кли... А, ну ты же выкинул уже. У нас два скрап-метала. Блин, я не знаю. Какой нафиг два, я только два закинул. И я один закинул. Три. И я четвертый закидываю. Хватит. Вот сейчас четыре, да. Скрап-метал. Нет, у нас всего их три. А ты же сейчас нашел один. Ну и дерев три внутри. Нет, так я только что переложил еще один, третий. То есть у меня еще в руках нет. Я же прям сейчас глядел. Так это сейчас лагает. Все, да-да, все, четыре, отлично. Господа, а, все, и сели, поехали. Не-не-не, Джек Шепард, все, теперь я поехали. Внутри, да-да-да, погнали. Значит, план такой. Да нет никакого плана, забегаем, берем то, что хотим, убегаем. Собираем ракету. И с Байконура стартуем. Тут у нас дилетанты ползали. Не будем. По местам было слава, да. Не будем, да. По полю, ребята, никогда не ползайте. Не надо, не нужно. Ребята, девчата, по полю. И мясо, костер, власть тоже. Не надо. Но они разобрались. Да. Все приходит со временем. Я первую серию вообще там, я не знаю, что делал. Ну я сейчас туплю постоянно. Я жду и дождусь, когда они до аэродрома могут. За господи, это будет великолепно. Ну вот что это за... Ну... Я хочу умереть, позвольте умереть. Меня все равно люди на бой не убьют. Вот корова заставила меня нарушить правила ПДД. Такая, господи, да всем насрать такая. Вернись назад. Закончи жизнь. Я не хочу так жить, я теперь заражена, и мне нужны мозги, да. Блин, да, зомби-то сколько? А я не кашляю. Тебя не поймешь, чихнул, кашлянул. Так, ну мы уже увел полчерна, давайте как-нибудь поднапряжемся, что ли. Да. Забегаем на эту факторку, ты, я думаю, к ней подъедешь или как? Или ты тут оставишь грузовик? Какие у тебя планы? Что там на земле лежало? Заяц. Лежал. Зайца мы не можем все вместе видеть. Гроздь, маньяка. Так, ну что ж, мы подъезжаем к черту. Да, какие у тебя планы насчет грузовика, товарищ Мазута? А, вот тут есть классная горка. Он мне сейчас заедет. Да. И буду сигналить всем черным, чтобы они бежали сюда. А мы с тобой как два комбо-солдата таких. Комбо? Комбо-солдаты? Комбо-солдат забегаем. Это фигня. Ладно, я не понял, стачка стоит. Мне показалось, что вот это вот не домик какой-то с крыши, а какой-то навес. В котором стоит что-нибудь большое. На чем мы заглохли? На чем можно ехать? Мы не заглохли, мы едем нормально в горочку потихоньку. Да. Ну дай бог, дай бог. Напоминает мне подъемчик на этом. На Каспийской границе. К точке Д, по-моему. Пошли, господа. Get я останусь на машине. Вам удачи. Так, 8 минут, удачи. Мы заканчиваем серию, а в следующей уже будет удача. Ну ладно. Так что, господа, увидимся. Да, у нас тут довольно опасное место, поэтому увидимся в среду. В среду мы увидим, как мы будем чистить. Ну, вы увидите, как мы будем чистить Черногорск или получим что-нибудь. Да, и вспомним, найдем пропеллер и починим все-таки вертолет и устроим налет в стиле вьетнамской войны. Да, вот будем надеяться, что у мистера Гонзагла наконец все в порядке с голосом станет. За сколько? За 5 минут? Ну, я думаю. Да. Короче говоря, давайте увидимся в следующей серии. Всего хорошего, попрощайтесь, ребята. Всем пока. Пока-пока. Да, пока-пока-пока.